Современные видеокамеры позволяют снимать четкие, яркие и качественные видео, но, как и любые другие устройства, они склонны к поломкам. Происходить они могут по разным причинам – из-за частой эксплуатации и выработки важными деталями и комплектующими своего ресурса, из-за механических повреждений, из-за попадания или ошибок со стороны пользователя. Чтобы определить, почему сломалась конкретная видеокамера, в частности, почему не работает ее кран, необходимо обратиться к постоянно повышающим свою квалификацию специалистам и провести подробную программную и аппаратную диагностику. На нее уходит всего 15-20 минут. Она позволяет получить ответы на все поставленные вопросы. В 90% случаев неработающий экран видеокамеры говорит о следующих неисправностях. Короткое замыкание, частичное повреждение дисплея, отошедшие или засорившиеся контакты, проблемы со шлейфом. Проблема с экраном может возникать и после замены каких-либо отдельных частей видеокамеры, например, микрофона. Устранить проблему, при которой экран видеокамеры не работает, можно лишь в условиях специализированного сервисного центра. А что касается самостоятельных действий, то к ним прибегать не стоит. Вообще видеокамера – это технически сложное устройство, при восстановлении, настройке и ремонте которого необходимо соблюдать определенную технологию. В противном случае появляется риск спровоцировать возникновение других, еще более серьезных поломок. В компании ASC Service ремонт видеокамер возможен всего за несколько часов. При этом и на работы, и на замененные запчасти, и комплектующие предоставляется многолетняя гарантия. Чтобы узнать подробнее, ознакомьтесь с закрепленным комментарием и с описанием к данному видео.